Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь о 5 главных ошибках, которые совершают новички, когда пытаются отжиматься на брусьях. А возможно, ты вообще решишь никогда не делать это упражнение. Привет всем, с вами Антон, канал Workout Fit из городских улиц, и сегодня мы продолжаем рубрику, в которой рассматриваем основные ошибки новичков в тех или иных упражнениях. И поскольку речь идет об отжиманиях на брусьях, то я хочу начать с самого главного. Ошибка номер один, которую допускает большинство людей, когда речь заходит о брусьях, это сам факт того, что они добавляют их в свои тренировки. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я понимаю, что эти слова сейчас вызовут бурю негодования в комментариях, поэтому давайте сразу объясню, что я имею в виду. Отжимания на брусьях – это сложное, комплексное, многосуставное, тяжелое упражнение, которое, к тому же, очень травмоопасное. И проблема заключается не в том, как люди выполняют упражнение, хотя и в этом тоже, но и в самом упражнении. В отличие от подтягиваний или отжиманий, где вы всегда можете немножко подрегулировать их, немножко изменить их под себя, например, перекладину вы можете схватиться пошире, можете поуже, так как вам удобно, можете вообще на параллельных перекладинах подтягиваться. То же самое с отжиманиями, вы можете ставить руки шире, уже, вперед, назад, вверх, вниз, так как вам удобно. И если у вас есть какие-то травмы или другие вещи, которые нужно учитывать, вы всегда это можете принимать во внимание, когда выполняете подтягивания или отжимания. С брусьями все не так. Брусья вам приходится выполнять на тех брусьях, которые стоят у вас во дворе, в парке, на воркаут-площадке, на старосоветской площадке. И проблема заключается в том, что брусья не дают вам возможности никак регулировать это упражнение. То есть вот у них есть заданная высота, на которой они установлены, у них есть заданная ширина, то есть расстояние между двумя брусинами. И все. Кому-то, очень маленькому, очень-очень маленькому количеству людей эти параметры подойдут, но большинству людей они не будут подходить. Кому-то они будут слишком широкими, кому-то они будут слишком узкими, кому-то они будут слишком низкими, кому-то слишком высокими, наоборот. И, конечно, если ты здоровый лось, я сейчас не про Женю, это просто выражение такое, то на большинстве брусьев тебе может быть более-менее нормально заниматься. Проблема заключается в том, что ты оказываешься в условиях заведомо проигрышных для себя, за исключением того редкого случая, когда брусья тебе подошли по ширине. А поверьте моему опыту, я был на сотнях и сотнях площадок, и далеко не всегда брусья действительно удобные. Ну и это еще не самое страшное. На самом деле, как я уже сказал, упражнение отжимания на брусьях, оно довольно бестолковое. Оно задействует несколько мышечных групп. Оно задействует грудные, оно задействует трицепс, оно задействует плечи. Но ни одну из них оно не задействует достаточно эффективно. Даже если мы будем смещать нагрузку, перемещая положение тела и давать больше нагрузку на трицепс или больше нагрузку на грудные, та нагрузка, которую вы даете в отжиманиях на брусьях, она не сравнится с той нагрузкой, которую вы можете дать, выполняя специализированное отжимание с акцентом на грудь, либо выполняя трицепсовые разгибания с акцентом на трицепс, либо выполняя, например, отжимания в стойке на руках с акцентом на плечи. То есть вы получаете упражнение, которое вроде бы обо всем и в то же время ни о чем. А еще оно не очень естественное. То есть само положение, когда вы что-то отжимаете и при этом локти у вас за спиной, это неестественное положение. В отличие от отжиманий, когда вы толкаете что-то перед собой, и это очень естественное движение, очень часто в жизни вы его выполняете. В отличие от подтягиваний, когда вы тянете что-то перед собой. Само движение отжиманий на брусьях, когда у вас локти за туловищем, оно не является естественным. Поэтому, ребят, мой личный совет вам, если вы еще не делаете отжимания на брусьях, возможно, и нет никакого смысла в том, чтобы их делать, потому что получить желаемые результаты можно с помощью других упражнений. А вот получить травмы, и об этом я поговорю в следующем пункте, моем любимом, на брусьях расплюнуть. Двигаемся дальше, и на очереди вторая ошибка, связанная с тем, что люди начинают выполнять упражнения до того, как они к нему физически подготовились. Блин, у меня есть стойкое ощущение дежавю. Что ты сказал? Дежавю, как будто в какой-то другой видяхе о каком-то другом упражнении я уже это все рассказывал. А может, та же самая? Да нет, я точно уверен, что это была другая видяха, и упражнение было другое. Надо будет посмотреть на канале, я же наверняка туда загружал. Дежавю означает сбой в матрице, когда меняют программу. Отжимания на брусьях – это то упражнение, которое очень быстро вас накажет, если вы попробуете приступить к нему без должной подготовки. У меня есть много историй, и я уверен, что у вас тоже есть такие знакомые, которые решили попробовать отжимания на брусьях, хотя от пола-то даже полтинник не могли сделать. Они запрыгнули на брусья, опустились вниз, и тут у них что-то щелкнуло, да, там в груди, либо в лопатке. Они поднялись и потом несколько месяцев жаловались на то, что травмировались на брусья. И это далеко не самое страшное, что с ним могло произойти, потому что люди умудряются получать переломы.
в этом упражнении. Еще раз, проблема не в вас, проблема в самих отжиманиях на брусьях, проблема в тех условиях, в которых вы их делаете. Вы не можете адаптировать упражнения под себя. Вы используете те брусья, которые стоят на площадке, той ширины, которой они есть. И если у вас при этом недостаточно сил, точнее, если у вас достаточно сил, то у вас есть определенная защита, так сказать, иммунитет, который вас будет спасать, защищать. И то до определенного момента. Но если у вас нет достаточного количества сил, то попытки выполнить отжимания на брусьях – это прямой путь к травме. Ладно, мое дело было предупредить вас о тех опасностях, которые скрывает за собой это упражнение, но если у вас все еще остается желание научиться его делать, тогда перейдем к разбору основных ошибок. Кивки корпусом. Одна из моих любимых ошибок, связанных с отжиманием на брусьях, заключается в том, что люди выполняют не отжимания, а наклоны корпуса. Это очень часто можно видеть на различных соревнованиях по ОФП, где есть отжимания на брусьях, где люди вместо того, чтобы выполнять полноценное отжимание в гонке за количество, выполняют кивки. Разница в том, что когда вы выполняете отжимания, у вас двигаются ноги. То есть ноги в стартовой позиции здесь, в конечной позиции внизу. Когда вы выполняете кивки корпусом, лучше их, конечно, не выполнять. У вас ноги остаются на одной высоте и работают только корпусом. Вот туда-сюда наклоняется, туда-сюда. Вот знаете, как птенчик клюет зерно. Вот примерно такое же получается впечатление, когда на вас смотрят со стороны, когда вы выполняете такие отжимания. В принципе, сами по себе кивки корпусом довольно безопасны для вас. Единственное, что они сильно снижают эффективность этого упражнения, сильно снижают его интенсивность, уровень нагрузки. И поэтому, если вы в такой технике выполняете 50, 100, 150 повторений, то в нормальной, в качественной, когда вы будете делать отжимания на брусьях, как они были разработаны, как было придумано это упражнение, ваше количество упадет в десятки раз. К этому надо быть готовым и понимать, что лучше оставить свое эго за пределами площадки, а на площадке сфокусироваться на том, чтобы прокачивать мышцы и силу. Следующий момент – это провисание в плечах. Тоже очень популярная ошибка, связанная с недостатком уровня подготовки, недостатком силы. Тот момент, когда вы отжались на брусьях и стоите в верхней точке, вам нужно немножко отдохнуть, многие люди провисают в плечах, то есть получается такое ощущение, что у них лопатки, они к ушам стремятся, то есть выходит вот такая вот ситуация. Хотя в нормальном положении лопатки должны быть, плечи должны быть опущены, отведены назад, вот вы должны стоять на брусьях вот так, а не вот так. Провал в плечах – довольно частая ошибка в отжиманиях на брусьях. Из-за этой ошибки теряется стабильность движения, плечи могут оказаться на разной высоте. И вот здесь уже ситуация становится не такой веселой, как она была с кивками корпусом, потому что подобное положение создает излишнюю неестественную нагрузку на ваши плечевые отделы, на плечевые суставы, потому что они не были спроектированы таким образом, чтобы вы их к себе вот таким вот образом поджимали, да? Создается излишнее трение, излишняя нагрузка на связки и сухожилия, и при большом количестве повторений, то есть если вы сделаете так несколько раз, потом достаточно продолжительное время отдохнете перед следующим подходом или следующей тренировкой, то, возможно, организм успеет восстановиться. Но если вы будете делать большое количество таких повторений, то вы просто заработаете себе хроническую травму, а возможно и разрыв чего-нибудь внутри плеча, что будет восстанавливаться потом месяцами. А вы думали, когда я говорил, что отжимания на брусьях – это бестолковое упражнение, шутки шутил? Нет, чем дальше мы его изучать будем, тем больше вы будете приходить к выводу, что лучше его вообще не делать, потому что оно неестественное, и все ошибки, которые с ним связаны, они очень серьезные и могут привести к серьезным травмам. Двигаемся дальше, и у нас уже знакомая ошибка, знакомая по подтягиваниям, которая называется шея жирафа. Дело в том, что когда человек сталкивается с серьезным препятствием, когда уже сил в мышцах не остается, когда уже идут последние повторения в подходе, и так хочется вытянуть это вот самое последнее повторение, то очень часто люди стараются делать это не за счет мышц, не за счет их сокращения, расслабления, а за счет тела. Как вы видели в подтягиваниях, многие считают, что главное это закинуть подбородок над турник, и поэтому очень сильно вытягивают шею. То же самое в отжиманиях. Многие для того, чтобы выпрямить свои руки, всячески извиваются корпусом, тянут шею наверх, лишь бы только вытянуть. И еще ногами очень сильно машут себе в помощь, чтобы только пройти мертвую точку и выпрямить руки. Стоит ли говорить о том, что такое ярко выраженное нарушение техники безопасности и техники выполнения упражнений – это, опять же, прямой путь к травмам. Причем травмам очень сильно неприятным, потому что если получить межпозвоночную грыжу в шейном отделе, то она будет с вами всю жизнь и будет доставлять огромное количество неудобств. И тут я подхожу к довольно логичному вопросу, который тоже ожидаю увидеть в комментариях из серии «Антон,
почему тогда люди продолжают делать отжимания на брусьях, если от упражнения-то толку особо и нет? Ну, толк от упражнения есть, да, то есть действительно, как я уже сказал в начале, оно задействует мышечные группы, оно задействует грудные, оно задействует трицепс, оно задействует плечи. Но при этом те угрозы, которые в себе несет это упражнение, связаны с тем, что оно очень тяжелое и оно неестественное. Они сильно превышают те выгоды, которые можно от него получить. Точно так же, как большое количество людей делает подтягивания за голову. Это очень неестественное упражнение для ваших плечевых суставов. Можно разобрать прямо по анатомии, как оно их выкручивает, и как создает чрезмерную нагрузку, и как приводит к травмам. Тем не менее, люди делают, некоторые люди делают годами эти подтягивания, у них все в порядке. То же самое, брусья люди могут делать годами, у них все будет в порядке. Но это не говорит о том, что это упражнение становится лучше или хуже. Точно так же, как восхождение на Эверест. Люди восходят на Эверест год за годом и остаются в живых. А кто-то взошел один раз. Поэтому делать отжимания на брусьях только потому, что кто-то другой делает, или только потому, что вам сказали, что это отличное упражнение, явно смысла нет. Можно подобрать другие упражнения, которые будут задействовать те же самые группы мышц, и при этом быть более эффективными. Если хотите, я сделаю отдельное видео, и эти упражнения там покажу, и делать их будет гораздо лучше, чем делать упражнения на брусьях, особенно если вы только начинаете свои тренировки. С другой стороны, если вам нравится отжимать на брусьях, если нравится само упражнение, нравится чувство, которое возникает в мышцах при его выполнении, да, какие-то другие, может быть, ощущения у вас, не знаю, я много разных отзывов слышал о брусьях, то, ну, делайте, это ваше право. Моя задача была рассказать вам об ошибках и предупредить о тех опасностях и скрытых подводных камнях, которые могут вас подстерегать. Остальное дело за вами. На этом, наверное, все на сегодня. Остается по традиции поблагодарить всех тех, кто поддержит нас на платформе Patreon. Ребята, большое спасибо. Благодаря вашей поддержке мы медленно, но верно копим на новый объектив. Я уже тестил его у Кирилла, потому что у Кирилла именно такой, 18-135. Очень классная картинка, мне очень понравилась, поэтому жду, как только мы накопим на него, сразу приобретем, и вы сами заметите разницу в качестве съемки. Ну, а мне остается только попрощаться. С вами был Антон, канал Workout Fitness городских улиц, и увидимся в следующих роликах. Я думаю, сделать следующий ролик про приседания. Что скажете? Обожженную кусачим пламенем ладонь, пытаюсь удержать как можно дольше над огнем. Если в итоге не смогу не отдернуть ее, значит, это не мое.